В центре Афин тысячи жителей Греции отмечают итог референдума, на котором греки проголосовали против требований международных кредиторов. Таким образом, они отвергли меры экономии и урезания бюджетных расходов в обмен на новые займы. По официальным результатам, после подсчета 95% бюллетеней, нет кредиторам сказали более 61% избирателей. «За» проголосовали почти 39. Явка составила чуть больше 62%. Греческий премьер Алексис Ципрас, который призвал сограждан говорить «нет», поблагодарил избирателей за доверие. «Сегодня, учитывая чрезвычайно сложную ситуацию, вы сделали храбрый выбор. Однако я хорошо понимаю, что мы получили мандат не на то, чтобы пойти на разрыв с Европой, а на то, чтобы усилить наши позиции на переговорах, чтобы найти реальное решение. Когда Греция сядет за стол переговоров, нашей первой задачей станет как можно быстрее восстановить банковскую систему, чтобы достичь финансовой стабильности». Я уверен, что Евроцентробанк прекрасно понимает не только общую финансовую ситуацию, но и гуманитарные последствия этого кризиса для нашей страны. На этом фоне бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас, проигравший выборы в январе, а сейчас выступающий за соглашение с кредиторами, объявил об уходе с поста лидера оппозиционной партии «Новая демократия». Напоследок он призвал европейцев не бросать Грецию на произвол судьбы.